Итак, поехали мы в центр погулять по городу. 20 лет жизни в Санкт-Петербурге и 3 года жизни в Санкт-Петербурге Челсика. Вот взяли ее с собой. Тут она тут. Моя мамочка, да. Так. Чего тут, где тут, как тут? Интерес начался? Станция метро Невский проспект. Идем. Нет, нам сюда. На канал Грибоедова пошли. Так много народу. Ой, вода! Челся с этой стороны. Ага, молодец. Ой, где там, что там? Как интересно. Что, на кораблик пойдешь кататься? Там вода. Там так страшно. Пошли. Кто там? Свистульки? Идем, там машина. Ну иди посмотри, что там тетенька свистит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как мне нравится, да, свистульки. На звуки она хорошо так делает. Спасибо. Ага. Пошли. Молодец. Близко не подходи, да, картину? Что-то ты мечешься. Ну иди пообщайся, нет? Не будешь общаться? Челси, сюда. В парк пошли, Михайловский. Если тут можно. Челси. Челси, иди пообщайся. Челси, как дела? Ой, кто это тут? Хочешь ножку отбирать? Ножку покушать. Не голодный. Так, давай посмотрим там. Можно собачку? Мама расстроилась, в парк не пустили с собакой. Вот молодец. Вот умничка моя. Картинкам близко не подходи. Вот. О, какая золотая осень у нас в Петербурге. Золотая осень. Вот сюда нас не пустили, в такую вот красоту. Ну ничего, мы сейчас пойдем на Марсово поле погуляем. Золотая осень, грустная пара, листопад. Тебя целует листопад, листопад тебя балует листопад. Потому что он твоей руки рад. Листопад, беспечный листопад, не пускай тебя балует листопад, не пускай меня балует листопад, просто очень твоей.
Солнечный листопад. Такие лимончики. Марсово поле. Что там, Челси? Река? Как интересно, как красиво. Челси с девушкой пошла. Ты к реке хочешь спуститься? Ай, Челси гуляет по центру. Вот такая, вот она у нас. Пошли на Марсово поле погуляем. О, какой дуб красивый. О, какой собакен. Ты пошла к собакену общаться? Страшно. Не укусит? Интересно. Пошла дальше? Общаться не будешь? Собакенушка. Ой, какой хороший. Ой, какой пригожий. Улегся. Ворона. Что-то ей не нравится. Да, что-то не нравится тут. Ага. Одна такая. Порода такая называется. Одна такая. Это мальчик, девочка? Девочка. Красавица какая. Пушистая, хорошая. Да? Хорошо пообщались? Ну, молодцы. Все, пока-пока. Ой, животные только и успокаивают нашу душу. Да, красота, природа. Знакомиться пришла. Не рычи только, да? Молодец. Ой, хулиганка. Мальчик, девочка? А, ну с мальчиком мы будем заигрывать, да, Челси? Я с ним чуть полезная. Вредная девчонка. Ой, смотри, заигрывает таки. Ой. Да она это, веселится. А нравится, смотри, хвостиком виляет. Челси, поиграй с мальчиком. Смотри, вон как он бегает. Ой, зацепили меня. Я лучше с людьми пообщаюсь. Она любит общаться с людьми, а не с собаками. Да. Да, Челси? Ну ладно, я пошла. Ну извини, малыш. Ай, ты какой веселый. Иди, я тебя поглажу. Иди. Лежать-то на земле. Уже холодно.
Петербурге. Я уже пятилетняя с вами 3 года живу. Наша крошечка. Она что, девочка? Собачки там играют, да? Ой, какие большие. Вот на Марсовом поле с собаками можно. Даже с большими и без поводков люди гуляют. А у нас в Невском районе с маленькой собачкой без поводка и то штрафуют. Ну вот сидим, загораем на Марсовом поле. Собачки, как они бегают. Ой-ой-ой-ой-ой. Туда-сюда, туда-сюда. Ну, расскажи, как ты 3 года жила у нас в Питере? Ой, всякое было, девочки, всякое. Но, в принципе, все нормально. Я упитанной стала, домашней собакой. А вообще мы с Наськой ходим каждый день куда-нибудь по делам. И меня все люди гладят, любят. Кто это такой? Кто это такой? Облепили, облепили. Ой, надо познакомиться. Ой, сколько у тебя друзей новых. Ну а что, друзья? Да? Понравился. Черненький понравился. Мамка, мамка, мамка. Необщительная. Необщительная какая. Иди поиграй с собачками. Нет? Нет? Не будешь играть? Ну да, пойдем. Твой дворник насобирал листьев. О, как классно. Бомжик спит. Кто там? Кто это там такой? Пошли. Челсик, нам в другую сторону. Давайте. Я пошла гулять. В летний сад тоже не пускают. Ну, я вдоль летнего сада прогуляюсь. О, какая дорожка для меня специально протоптана. Чем-то тут пахнет. Дичь. Ищи, ищи. Где?
Челсик, иди сюда. Иди сюда. Давай. Оп. Чижик-пыжик. Там кораблик плывет. И вон чижик-пыжик тут. Ой, как интересно, вода. Где там, что там, как там? Где чижик-пыжик? О, вон он. Да? Интересно? Кто там? Кто там? Мамка, мамка! Там страшно так! Ну вот, почти закончилась наша прогулка. Счастливые, но довольны. И довольны. Они возвращались то как? Домой. Ну как? Домой всегда мы довольны. Возвращаться. Да, Челси? Дома лучше. В центре хорошо, а дома лучше. В центре хорошо, а в Невском районе лучше. В платочках Алёнушки и в шубах фотосессии. А мамка стесняется вот так вот фоткать меня. Реклама платков, видимо. Алёнушки. Ну что, Челсик, пойдем домой? Челсик, домой пойдет? Да, 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 хочу домой, домой. Не хочу больше ничего. Не хочу больше вашего центра. Хочу домой, в постельку. И спать. Последняя осенняя красота. Какая маленькая собачка. Нет, не остановилась. Что-то машины едут. Машины едут. Поехали. Нам зеленый, нам зеленый. Какие страшные фигуры. Ой, что это такое? Это какие-то зайцы. Это они поменяли формат. Страшно, страшно, да?
смотри, мяу, киска, мяу, мяу. Ой, какой кот. Ой, общаться мы любим, особенно когда нас гладят. Не прыгай, не прыгай, Челси. Что это за порода? Дворняга. Ой, все, счастливая, спасибо. А там кто-нибудь погладит? А здесь? Так, зайдем в кафешку. Чаю попить. Вот, решили остановиться в кафешке. А что ты тут села? Иди к окошечку. Вот сюда, к окошечку. Уже налила? Чизкейк. Мам, чай с тирамису. Чай на троих, да, сегодня? Вояж. Вояж по центру Петербурга, отметили 20-летие и 3 года жизни Челси в нашей семье. Отметили на Фонтанке, рядом с Чижиком-Пыжиком.